Вы знаете, ну давайте, вот как мы оценить первый год работы Владимира Владимировича Путина, да? У нас существовал до этого 4 года существовал так называемый тандем. Значит, тандем, значит, это была интересная конструкция, да, там народ, в том числе и бюрократия, как-то оживились, да, потому что было непонятно, куда смотреть, чем все дело закончится, да.